Привет, меня зовут Эзис. Я сегодня одна, без никого. Жалко, конечно. Ну что ж поделаешь? Сейчас давайте ляжем спать. Точно. Алло. О, Настя, привет. Привет. Что делаешь? Ну, ничего, скучаю, сижу там. Ты тоже очень скучаю. Тебе спокойной ночи. Спокойной ночи. Я тебя люблю. Пока. Пока. Все-таки она тоже не может прийти ко мне, потому что это все просто. Я пойду в туалет, естественно. Мама? Бабушка? Настя! Боже! Я только сегодня так терпеть хотела. И она такая... Спать должен, господи. Так. Все. Редактирование закончено. Настя! Неужели это был сон? Я так и знала, что мечты никогда не сбываются. Как всегда скучно. Какой сегодня день? Сегодня понедельник? Боже, я школу поставлю! Сегодня воскресенье. Неужели это призраки? Я скоро приду.
свет выключу. Свет выключи. Боже мой! Кто свет выключил? Я чего-то слышу. Так, напишу в гугле, что это такое. Призрак? Сегодня сериал показал, что мечты сбываются. Ждите второй серии фильма под названием... Который называется «Странный сон». Ну, это следующая серия, как бы сеанс, нельзя. А первая была «Мечты сбываются». А всего фильм называется... А вообще фильм называется «Мечты сбываются». Ну, что, в общем-то, смысл мечта о сбывающихся. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал ее и мой. И пишите внизу свои комментарии и запросы. Мы обязательно обо всем расскажем и все покажем. Всем пока-пока. Ha ha!